События в культурной жизни. В Москве юбилейный концерт Иосифа Кобзона. 11 сентября ему исполнилось 80. Владимир Путин сегодня поздравил мэтра во второй раз. В день юбилея президент пригласил в Кремль певца и его супругу. И сегодня со сцены глава государства обратился не только к Иосифу Давыдовичу, но и к его поклонникам. Хочу искренне от души и от рядовых граждан поблагодарить вас за ваше творчество. Считаю, что имею на это право, потому что тогда, когда я действительно получал удовольствие от того, что вы делаете на сцене, на эстраде, я был рядовым человеком. Знаю, что сотни тысяч, миллионы людей, таких же, как я, получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что вы делаете как артист, как певец, общаясь вот с этой атмосферой вашего творчества. Хочу вас за это еще раз сердечно поблагодарить. Низко вам поклониться и сказать просто обыкновенное человеческое спасибо. Спасибо вам огромное. Храни вас Бог и наша любовь к вам. В честь юбилейной даты Первый канал покажет документальную ленту «Смотрите в воскресенье в 14:50. Есть что любить и что беречь». После фильма в нашем эфире юбилейный вечер Иосифа Кобзона.